30 тонн непотребу всього лише за півдня. На Одещині люди згуртувалися, щоб очистити від сміття береги Дністра. На Одещині близько сотні рибалок влаштували генеральне прибирання на березі Дністра. Скажіть, в принципі, от, що підштовхнуло вивести таке кількість людей, або, вірніше, дати кліч для такого кількості людей зібратися? Розумієте, я знімаю YouTube-канал і приходиться іноді знімати на одні тих же місцях. Приїжджаєш, потрібно побирати мусор. Убрал раз, убрал два, убрал три, четыре. Ну, честно говоря, надоело. Ну, приезжаешь через неделю, опять столько же горы мусора, понимаете? Поэтому я кинул клич подписчикам канала Судоклёва. Говорю, ребята, давайте создадим вайбер-сообщество и вместе уберем наши места, и вместе будем следить за тем, чтобы тут никто не мусорил. И, как оказалось, за буквально месяц у нас 1200 подписчиков. И очень много людей, которые любят рыбалку, любят Днестр, любят природу и любят Украину. Поэтому мне просто посчастливило, что Бог меня так вот направил, и я вместе с этими людьми. Почему именно начали с этого места? Расскажите тоже. Почему с этого места? Потому что здесь начинается Украина. 52-й километр – это уже граница Украины. Дальше, в сторону моста – это уже Украина. То есть мы с самой границы, грубо говоря, начинаем нашу уборку. Уберем здесь, даст Бог, через недельку, через две, может быть, и весной. Посмотрим, как получится. Тут же тоже финансовый вопрос тоже затрагивается. А все это на пожертвование только наших ребят, наше сообщество. То есть никто никаких денег лишних там каких-то не давал. Кто 20 гривен, кто 30, кто 50, кто 100, кто 500. То есть все вот так, все губа. У вас есть возможность обратиться к людям, которые приезжают на рыбалку и бросают. Вот что бы вы хотели им сказать? Я вас очень прошу, хотя бы за собой убирайте. Я не говорю о том, чтобы вы убрали там чей-то мусор. Если вы уберете его, это будет очень хорошо, и честь вам и хвала, и низкий поклон от меня. Но только за собой хотя бы убирайте. Потому что очень много бытовых отходов, много пачек сигарет, окурки, друзья, окурки. Кидайте, пожалуйста, просто в баночку. Забирайте их с собой в пакет целлофановый, соберите и довезите до ближайшей мусорки. Есть возможность обратиться к коллегам, да, что бы хотелось сказать? Друзья, ютуберы, кто снимает видео про рыбалку, охоту, природу, вокруг вас объединено очень много людей. Вы тоже, точно так же, как и я, можете также попросить своих собратьев по сообществу собраться вместе и навести порядок. Ради этого стоит взять, собрать всех и выехать хотя бы один-два раза в год и навести порядок. Хотелось бы обратиться к рыбоохранным патрулям. Ребята, ну, честно говоря, я тут каждую неделю на рыбалке, я вас здесь не вижу. А ведь хотелось бы вас здесь увидеть, чтобы вы хотя бы просто проверили садки у рыбаков, посмотрели, насколько крючков они ловят. Просто хотя бы, если не берете штраф, хотя бы попугайте. Это уже будет какой-то плюс. А сейчас, когда начнется зима, вернее, не зима, а холодная вода начнется, то рыба будет сваливаться в зимовые ямы. И там будет очень много браконьеров. Я вас просто прошу и заклинаю, приезжайте туда, не дайте им шанс. Просто стойте там и не пускайте их, чтобы не ловили на браконьерские снасти. Белые воды и суха. Самое главное, не выбегайте на дорогу. Большое движение, поэтому будьте предельно аккуратны и внимательны. Это первое. Второе. Очень много стекла битого, поэтому берегите свои руки и ноги. Работать только в перчатках. Третье. Пока мы не загрузим эти две машины, никто никуда не уезжает. И четвертое, что у нас впереди будет юха, и плод, и подарки. В общем, куча всего. Поэтому я прошу всех остаться до конца. И в пятых, ни в коем случае не выставлять деньги. Это течение субботника запрещено. Идет в эту сторону, убирает мусор. Вот эта половина людей идет в эту сторону. Договорились? Да. Берем мешки вот здесь, перчатки здесь, все есть. И с Богом. О, друзья, вы здесь? Привет. У нас субботник. Давайте я вам проведу небольшую экскурсию. Аренду этого большого Рено оплатило наше вебер-сообщество. А вторую машину, КамАЗ, организовал Иван Фомич, подписчик канала «Все для клёва», совершенно бесплатно. За что ему огромнейшее спасибо. Мешки и перчатки нам предоставляли неравнодушные одесситы. Часть мешков мы купили, а остальные привезли участники субботника. Дед вот маленький. Знаете, два маленьких. Дед низенький, да, маленький. Да.
Ну и куда нам без наших военных, которые помогли с полевой кухней и для настроения организовали музыку. Ребята быстро разобрались с ее установкой, дрова наколоты, закинуты в печь, тем самым положено начало приготовления вкуснейшей ухи на природе. И вот работа закипела. Кроме больших куч, много мусора было разбросано по камышам и зарослям кустарников. Это из-за того, что некоторые недорыбаки, которые не могли увести свой мусор, забрасывали его подальше в камыши, чтобы его не видеть, а другие просто складировали чуть ли не под ноги, прямо возле мест для рыбалки. В данном видео я не хочу никого обвинять, учить или советовать. Просто не могу на это спокойно смотреть. Что делает человек с природой? Ведь природа нам дает все. И красоту ландшафта, и питьевую воду, и рыбу. С одного квадратного метра. А мы все забираем и взамен ничего не даем. К сожалению, большинство из нас не думает о последующих поколениях. И однозначно будет жалеть о том, что ничего не предприняла. Становится просто страшно, куда катится мир. Давайте мы сделаем Где? Ого. Польский паспорт, турецкий паспорт женщины. Может, кого-то заболел. Друзья, смотрите, нашли польский и турецкий паспорт. А вот это вот что, это просто как банковская карточка? Да, да, это банковская карта. С фотографией его же, да. Ага. Это визитка. Друзья, максимальный репост, может кто-то знает людей. Маленда, Томас. Мне кажется, специально выбросили. Кто? То есть специально? Может просто потеряли? Ну там не сумка, ничего, просто валялось. Просто валялись. Вот видите, наш субботник уже приносит свои результаты. Находятся документы. Так что если что, обращайтесь на Viber сообщество «Все для клёва». Наш энтузиазм и напористость действий не оставил равнодушным даже корреспондентов новостей. Глядя на все это, и было создано вайбер-сообщество «Все для клёва Днестр». В нем объединились люди, которым не безразлична судьба нашего Днестра, его берегов и будущих наших поколений. Это адекватные рыбаки, которые не нарушают норм вылова, всегда отпускают мелкого карпика и никогда не будут мусорить. Большущая просьба к отдыхающим, будьте людьми, убирайте за собой, за предшественниками мусор. Не смотрите на кучу мусора с мыслями, что сюда все бросают и брошу и я. Потом кто-то вывезет, спешу вас огорчить, никто ничего кроме вас с нами не вывезет. Как тебя зовут? Кирилл. А что ты здесь делаешь? Убираю. А для чего ты убираешь? Чтобы здесь было чисто и чтобы когда приезжать, было приятно. Как оказалось, самым тяжелым было не уборка мусора, а доставка его к машине. Поэтому одна машина поехала в сторону 52-го километра, а другая в сторону 50-го. В то время как основная часть людей убирала мусор, другая часть готовила обед и подготавливала территорию для отдыха.
Ребятам огромнейшее спасибо и респект за предоставленные бесплатно столы и лавки. Каждый раз, выбрасывая мусор на берегу, задумайтесь над этими цифрами. Ведь ваши внуки и правнуки будут наслаждаться всеми этими прелестями после вас. Пищевые отходы разлагаются от недели до месяца. Картон – 3 месяца. Консервные банки – 10 лет. Фольга – больше 100 лет. Пластиковые бутылки – больше 200 лет. Алюминиевые банки – 500 лет разлагаются. А стекло – 1000 лет. Представьте себе. Хочу обратиться ко всем небезразличным людям. Принимайте участие в наших субботниках, анонсы которых будут как на нашем YouTube-канале «Все для клёва», так и на страницах социальных сетей, ссылки которых есть в описании к этому видео. Вот видите, друзья, мимо проезжающие водители сигналят нам, поддерживая нашу акцию. У нас без 20 час. Будем заканчивать наш субботник уже скоро. И вот мы дошли практически вот до момента, где река проходит через дорогу. Это 50 километр. Начало 50 километра. И считайте, что больше километра мы убрали. Не прошло и 3 часов, как машины были заполнены, обед был готов, а столы и лавки скручены. Мы уставшие, но счастливые, пошли мыть руки. Привет, как тебя зовут? Артём. Скажи, зачем ты сюда приехал? Чтобы убирать и чтобы было чисто. А для чего? Ну, чтобы было больше рыбы. Да? Да. Ну да, чтобы было чисто. И чтобы чисто было, и чтобы рыбы было больше, да? А очень много-премного. Чтобы были очень большие рыбы такие. Вот такие множества. Как будто мой папа. Как твой папа большой? Чтобы, скажи, у зверюшек было чисто. Чтобы у зверюшек было чисто. Молодец. Уха и плов получились очень вкусными, а на природе это особенно ощущалось.
Друзья, я безмерно благодарен каждому из вас, что вы приехали сюда и с нами вместе сделали очень нужное дело. Две машины собрали, мы больше 40 тонн в объеме убрали мусор, чтобы понимать. Больше 40 тонн. Часа. За 3 часа работы. Поэтому, друзья, большое-большое вам спасибо. Надеюсь, что в следующий раз к нам присоединится еще больше людей, ну, еще больше людей. И вообще, наша цель посетить полностью аж до Маяского моста всю территорию. Не поставить везде столики вот такие, столы, беседки, и чтобы люди могли иметь свободный доступ и бесплатно рыбачить. Вот наша цель, главная. Поэтому я надеюсь, что вы с нами, и дальше мы продолжим эти все мероприятия. Да, можно. Да, и приятного аппетита всем. Спасибо. Всем приятного аппетита. Надеюсь, уха и плов понравился. Очень жаль. Вот такие у нас орлы. Да ладно, ешь, что ты. Так, друзья, раздаем подарки. Теперь самые все, кто остался, все получают подарки до конца. Друзья, вот эта вот штучка, вот эта вот. Самая интересная штука, вот сейчас самая бомба на быстрее. Это такой контейнер получается, он закручивается. И нужно сюда любую прикормку. Хоть пюре, хоть паштет, хоть любое такое жидкое, желейное. Даже можно губку туда и шприцом туда. Аттрактантик. Аттрактант, да, какой-то ликвид, что-то такое. Поэтому каждому рыбаку вот по такой бери. Прекрасный. Вот эти бумажки тоже. Чтобы почитали, что это такое. О, а ну мне бумажку, Саш, дайте, я почитаю бумагу. Хватит ей в Рязани, хватит, а бумажку дайте, я почитаю. Нам одну нашу. Вот, спасибо. Еще одну Виталику, где Виталик? Виталик, где это вес? Отходите. Виталик, а вон они. Дайте нам сиреневенький, пожалуйста. Сиреневенький? Для девочек. Спасибо. Это же игрушки. Спасибо. Спасибо большое, Карпелла, за подарки. Ребятам очень было приятно. Я так понимаю, получить. Сейчас они почитают, что это такое, и все будут на них ловить. Участники субботника, помимо подарков от Карпелла, также получили наклейки нашего сайта, дающие скидку 10% на весь товар. Хочу сказать, что покупая рыболовную продукцию на сайте klevo.com.ua, вы поддерживаете наш YouTube-канал «Все для клёва». Ты уже всех бей. Друзья, вот так закончился наш субботник. Хочу подвести итоги. Значит, мы сегодня количеством 70 человек, больше 70 человек, убрали около 40 тонн мусора в объеме, чтобы вы понимали. Поэтому хотел бы сказать большое спасибо в первую очередь тем, кто участвовал физически, а во-вторых, тем, кто участвовал морально и материально. Потому что если бы не вы, такого бы мероприятия бы не было. Поэтому вам всем огромнейшее спасибо. Также хочу передать огромнейшее спасибо Михалычу, нашему украинскому блогеру по рыбалке, за то, что в Инстаграме разместил свой пост. И благодаря ему тоже некоторое количество людей от него приходили к нам и работали. Это первый, но это не последний шаг наш по уборке Днестра. Мы настроены решительно, и до Маяского моста с 52 километра мы обязательно все уберем. Поэтому присоединяйтесь к нам, рассказывайте о нас, делитесь этим роликом в соцсетях и будьте с каналом «Все для клёва». Всем удачи, всего хорошего. Пока. Встретимся на рыбалке.